Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал, с вами Владимир. И сегодня я хочу поговорить о том бое, который прошел Тайсон против Джонса. Прошло 8 раундов, активно очень они поработали, как и Рой Джонс, так и Майк Тайсон. Но все знали, что здесь зарубы как таковой не будет, будет показательный бой. Эти деньги будут направлены на благотворительность, это все классно, круто, но... Если вы знаете, решение смотрели и объявили ничью. Но я хочу заявить о том, что победил однозначно Майк Тайсон, потому что он работал первым номером, он больше попадал по корпусу, пролетало и в голову, а Трой Джонса тоже прилетало в голову Тайсона, но намного меньше, намного реже, он клинчевал. Но за счет этого можно отталкиваться, сделать уже оценку, пересмотрите сами, есть в Ютубе обзор на этот бой. То есть здесь однозначно, ну... Если честно, просто к этому присматриваться, победил Майк Тайсон. Если с точки зрения это как рассмотреть шоу, отдали ничью, это тоже неплохо. Как бы никто сильно там не расстроился, все шутят, все на юморе. Все отлично, позитивно. И, конечно же, видно просто по самому Майку, то, что он уже совсем другой человек. У него нету ярости, он совершенно спокоен, стабилен. И относится с уважением к своему сопернику. Поэтому вот как-то так. Если вы посмотрите это видео, вам понравилось, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!